это гибридная форма Валек Вишневецкого. Нагрузку она тянет бешеную. Все бы хорошо, если бы не стричь эту гибридную форму. Но, учитывая его шикарный мускат, красивую ягоду, это приходится терпеть. А так, 50% я ее выстрих после цветения. И я скажу, что этого оказалось мало. Еще потом дострял, вы видите, тут ягодка валяется, на удобрение пойдет. Вот, ну то есть надо было 70%, наверное, его выстригать. Либо работать на выдвижение по соцветиям гиберлином. На следующий год попробую. О результатах сниму ролик, посмотрим. Ну так, в принципе, из-за его шикарных вкусовых качеств и всех остальных, ну, скажем так, беспроблемных ну, в общем, он беспроблемный, скажем так. Только вот это одна проблема, выстригать надо. А так, шикарные вкусовые качества. Переходим дальше. Выстригать — это слишком плотно завязывается. Да, очень плотная завязь. Ягода может давить друг друга.